Вот вся улица, и справа, и слева. Мы на этой улице живем уже больше 60 лет. Угу. Больше 60 лет живем. Мы здесь все родились, вот так, как дома стоят. Сдвигов не было, ничего не было. Ничего не сдвигалось. Когда нам показали новую красную линию дороги, она оказалась на нашей территории, на всех домах, по всем огородам. Короче, отобрали у нас по метру 5-6. Хотят здесь строить многоэтажный дом и мешает им линия электропередач. Вот заснимите линию электропередач. Костомар, Дейч. Да, вот эти большие линии электропередач. Они решили сдвинуть план строительства в сторону проезжей части, чтобы построить дом. Они продали участки людям. Посмотрите теперь, что делается. Стоянка, мойки, залезли на территорию проезжей части. Угу. Вот они залезли на территорию проезжей части. И в связи с тем, что у них там судебные дела идут, они хотят вернуть землю назад за наш счет. Отобрать у нас землю. Начертили чертежи, никакие дела не идут. У команданта план урбанистики генерал. Их на 5 гектар, но коррект у трассата линии дожди. И ну коррект уже. Ну пустим. И треба его пуска дрому шире 50 метров, когда около шоу за упакут, а к дрому за 2 мари, 12 тысяч, а у 14 тысяч нет. А прийдем курсили oamenilor lor, de 10 metri, 3 pe jumătate de casă la oameni. Am înțeles, dar documentul acela pe care l-a emis Chișinău proiectul, are forță juridică? Da, fiindcă el mi se pare că a trecut prin Consiliul Municipal, el l-a întărit, dacă nu mă înșel. Eu nu prea precis nu-s documentat în chestia asta, dar cam așa mi se pare. Și chiar dacă primăria noi l-am semnat că l-am primit, mă rog, nu a fost documentația noastră, nu trebuie să atenție la asta, părinte rău, la liniște roșie. Nu știu că el e nu-s corect. Deci Durleștiu a autorizat, a autentificat documentul respectiv. Da, mi se pare că da. Puteți să-mi spuneți în ce ședință? Da, asta a fost mulți ani urmă, eu nu pot să vă spun când plan urbanesc. El a fost ca plan general, așa, nu în detaliu. Мы написали письмо в примарию на разборке, никаких ответов. Все нам доказывают, что мы не в законе. Сходили мы в министерство, как оно, где документы делают, как это? Кадастру. Кадастру ходили. Я ходил, сам лично разговаривал, там мне говорят так, ребята, вы правы 100%, они не имели права это делать. Идем в прокуратуру, прокуратура говорит, да, вы правы 100%. Наши дурлежские примарии ни в какую. У нас есть бумага, подписанная Киртокой в 2008 году. О том, что в 2009 году здесь будет построена новая дорога. Есть чертежи, есть все. Почему не исполняется? Почему у нас забирают нашу землю, отдают по строительству? Где закон? Где справедливость? Пикация аффектаза. Кати фамилия. На всю улицу сделали новый чертеж. На всю улицу. По интроуграду с антем 3-4 фамилии. Вот она линия справа, видите, новая. Вот наша старая линия, вот новая. Пошла по всем домам, по всей улице. Вот она черная. И где написано, что 5 метров? Ну не 5, я не могу сколько почитать. Вот они залезли. Вот видите, старая линия, вот на наши дома. Вот мой дом стоит на доме. Вот и на кто, сосед. И кто вам сказал, что это будет красная линия? Дурлежский примария. Примария. Да? А кто? А заказчик примарии, они заказывали новые дороги через Минавтодор, новые дороги заказывали, ну, в смысле, чертежи. Мы сейчас пишем жалобу на имя прокуратуры города Кишинева, потому что нам другого выхода нет. И ждем ответа от прокуратуры, от дурлежских наших примарии и подаем в суд. Де кэнд аст стремес плендере ла прокуратуру? Прокуратуру мы в понедельник отдаем, а примарии уже неделю. Стремутат линили, что ли, пропуск на консилию, что они кое акцептат, кое, но все проблемы, да, как и мы рожь. Deci acum linia roșie vine cumva în zigzag, dacă înțeleg bine. Cam așa, da, așa este. După ce s-au modificat la unul, la celălalt, așa s-a rămas. De asta noi în consiliul trecut am luat o decizie, adică acum, așa, în dezbatere, la urmă, că trebuie de modificat, de examinat, de modificat toate liniile roșii care nu sunt corecte.